Уважаемые, его все знают. И все знают, что здесь происходит. Все знают. И отсюда происходит та самая сторона уважения, потому что страх — это величайшее уважение. Вот. Но говорят, что все изменилось. Все говорят, вот молодые люди меня окружают, говорят, что все изменилось. Ну, вы сказали, изменилась только машина. Ну, я вижу, вот изменились машины. Можно покушать во многих местах, приятно. Ну, и любят искусство, это да, есть. Это сохранилось до сегодняшнего дня. То, что мы видели. Вы считаете, что осталось это как есть? Система, ну, я исхожу, я из своей практики через 40 лет, я исхожу в основном только из одного понятия. Библии, например. Мозес водил 40 лет по пустыне, чтобы исчез страх и исчез рабская кровь. Да. И новое поколение могло войти. Поэтому сколько нам еще ждать здесь, в России, я скажу, я русский человек. Еще 20 примерно, да? Уже прошло, сколько лет прошло с перестройки? С перестройки? Да. 89-й год начался. Да? Сколько лет прошло с перестройки? Сколько нам еще по Библии, сколько еще осталось ждать? 20 лет. Вот и все. Я предпочитаю сматываться с этого места. Да? Думаете, да? Да. А что эти какие-то чувства? Это страх не остался. Страха. Жуткая неприятность сидит. Есть страх, Валерий, как вы думаете? Сидит в крови. Нет. Нету страха никакого. Но ужасающее неприятное состояние. Потому что меня убеждает, что этого нет больше. А вдруг это есть? Так зачем мне надо там находиться? Да. Как если у меня есть нормальное отношение ко всему миру и к арабам, но когда я вижу, они смотрят на меня кровавыми глазами, так зачем мне приходить к ним? Так что пойдемте, пожалуйста. Потому что мне никто не убедил, что этого уже нет. Да. Вот так. Смотри, ну хоть что нас забрали. Ну, может быть. Вот это и есть рабство. Потому что всегда ищут, кто виноват. А не виноват никто. Виноваты сами во всем. Никто ничего не может разрушить. Разрушается самими все. В этом беда вся. Вот, например, зрители, вот симпатичные женщины и мужчины сзади, они не могут поверить, что мы здесь стоим и снимаем. Они просто не могут поверить. Вот. Вы хотите что-то сказать? Вот, интересно, что вы говорите. Телевизор работает в комнате? У нас под нашим телевизором. Это же не телевизор, это какой-то сортир. Так надо сказать. Этот маленький, этот какой экран. Все работает так, ну конечно. Все это то же самое? Конечно.